Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог. Ну а сегодня я хотел бы поговорить немножечко не о медицине, а о экономике в медицине. И я хотел бы рассказать, почему медицина в Российской Федерации не является бесплатной и является не совсем эффективной с точки зрения экономической ситуации. Я не являюсь экономистом, я не являюсь юристом, и поэтому я прошу не судить строго, а все мысли, все мои неправильные высказывания лучше исправить в комментариях. Я их обязательно прочту, проанализирую, отвечу, если с ними не соглашусь. Скажу спасибо, если с ними соглашусь, и они будут конструктивными. Ну что ж, начнем. Медицинская помощь в Российской Федерации не является бесплатной по одному простому факту. Медицинская помощь у нас является системой с государственным участием, и она осуществляется за счет налоговых поступлений. И есть определенная группа налогов, которые налагаются на граждан, они их знают. Прежде всего, это подоходный налог. Подоходный налог – это 13%, и он, как говорится, вычитается непосредственно из зарплаты работника. Об этом налоги все знают, этот налог все учитывают, этот налог все платят. Есть налоговые вычеты определенные, есть определенные налоговые правила, но все про этот налог знают. Также этот налог увеличивается, если это не является заработной платой, а, допустим, выигрышем в лотерее, тогда налог становится в размере 35%. Это налог, который платит непосредственно каждый из нас, если работает официально, если он уплачивает налоговое отчисление. Но есть налоги, которые говорят, что уплачивает работодатель, хотя суть от этого не меняется, и даже если платит работодатель, в любом случае он экономит на вас, и вам просто заплатит меньше, и за счет ваших средств выплатит этот налог государству. А это, в частности, налог на обязательное медицинское страхование, который равен 5,1%. Если взять среднюю зарплату 25-30 тысяч рублей, то примерная сумма за год получится в размере 20 тысяч рублей. То есть мы в среднем около 18, около 20 тысяч рублей тратим на вот этот налог. Кто-то больше, у кого зарплата больше, кто-то меньше, если зарплата меньше, но это в среднем 18-20 тысяч каждый год или 1500 каждый месяц. Есть некоторые различия. До 2018 года люди, работающие в благотворительных организациях, люди, работающие в аптеках, они платили 4%. Сейчас они тоже будут платить 5,1%. Также есть отличия для индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные предприниматели тратят единую ставку, как правило, это 5800 рублей в год. Единая для них ставка существует, чтобы не спугнуть индивидуальных предпринимателей от их официально зарегистрированной деятельности. Но есть еще один маленький-маленький нюанс. Данный налог 5,1% не платят те люди, которые получают основной доход с дивидендов. В частности, владельцы крупных акционерных обществ, они не будут уплачивать 5,1%, потому что у них не будет зарплаты, будет лишь дивидендный доход, который облагается лишь подоходным налогом в 13%. Таким образом, они в систему обязательного медицинского страхования налог не будут платить. Итого. Получается, что каждый из нас, в принципе, тратит достаточно приличную сумму денег на обязательное медицинское страхование. Соответственно, это и является нашей платой за бесплатные медицинские услуги, которые, к сожалению, не всегда доступны и не всегда эффективны. Почему же они не всегда доступны и не всегда эффективны? Как было уже сказано выше, 5,1% – это формирование фонда обязательного медицинского страхования. Фонд обязательного медицинского страхования на 2018 год примерно, все цифры я беру из открытых источников, они немножечко варьируют, немножечко корректируются со временем, поэтому цифры не окончательные и они примерные. Прошу к этим примерностям не придираться, потому что может небольшие различия быть. Соответственно, цифра Федерального фонда обязательного медицинского страхования, она на 2018 год составляет примерно 1,8–1,9 триллиона рублей. Также отдельным траншем идет бюджетное софинансирование медицинской сферы, это еще 440-460 миллиардов рублей. То есть, таким образом, примерно 2,5 триллиона рублей. Некоторую сумму денег выделяют региональные бюджеты,
Но эти деньги чаще идут на инфраструктуру, идут на ремонт больниц, на какие-то вот такие затраты. Также это идет на финансирование, возможно, Министерства здравоохранения регионов. Итого. Вся медицина, вся медицинская сфера в обязательном медицинском страховании, то есть так называемая бесплатная медицина, получает 2,5 триллиона рублей. Что же происходит с этими деньгами дальше? Эти деньги дальше идут в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, где работают люди. И эти деньги дальше этими людьми распределяются по страховым компаниям, являющимся частными организациями. Либо это акционерное общество, либо это просто какие-то частные организации другого устройства. И, соответственно, эти деньги распределяются дальше по больницам, распределяются по застрахованным лицам. На финансирование, на содержание страховых компаний в 2017 году было потрачено примерно 30 миллиардов рублей. Много или это мало, судить не мне, но все-таки, если рассмотреть их же тарифы, то есть тарифы территориальных фондов обязательного медицинского страхования, тарифы страховых компаний, ну, это примерно сумма, которая позволит делать, наверное, людям старше 40 лет раз в 2 года какое-либо МСКТ или МРТ исследование. Или, допустим, проходить периодическую диагностику на онкопатологию в виде ФГДС или УЗИ органов брюшной полости, малого таза тоже раз в несколько лет. Вот как делают японцы, и, соответственно, у Японии наилучший показатель выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях, и, соответственно, наилучшие показатели их лечения, потому что на ранних стадиях лечить их проще. 30 миллиардов рублей. Но это цифра официальная, а помимо этих 30 миллиардов рублей в собственность страховых компаний уходит 50% от проводимых различных штрафных санкций за неправильное оказание медицинской помощи, за какие-то недочеты медицинской документации после проверок. Также 10% неких сэкономленных средств, ну и 30% необоснованных сумм, которые выставили медицинские организации. Ну, в их число, конечно, входят и приписки, но бороться с приписками с частным компаниям, наверное, не совсем правильно. Лучше это отдать на откуп государственных органов. Также я хочу сказать, что на финансирование страховых компаний, помимо этого, наверное, уходит не только затраты непосредственно денежные, уходит и различная необходимость выставлять в штат больниц врачей-экспертов, то есть врачей, которые будут заниматься проверкой медицинской документации непосредственно на местах, чтобы не было просто банальных каких-то опечаток, каких-то косяков, не совсем правильного заполнения медицинской документации, потому что наибольшее число штрафов определяется именно за неправильное ведение медицинской документации, а не за результативность, собственно, лечения. Поэтому я хочу сказать, что основная деятельность страховых медицинских компаний скорее не защитить интересы граждан, а скорее заработать деньги. Поэтому эта система, я думаю, не совсем эффективная, потому что в итоге все гонятся за показателями, больницы гонятся за количеством пролеченных пациентов, а не за качеством пролеченных пациентов. Минздрав гонится за формирование как можно больше различных стандартов оказания медицинской помощи, и не всегда они грамотные, на мой взгляд. Страховые же компании гонятся за то, чтобы оштрафовать больницы, сэкономить себе средства и заработать, прокрутить каким-либо образом выделяемые Федеральным фондом обязательного медицинского страхования средства, чтобы, ну, банально выплатить премиальные какие-то награды своим сотрудникам. Сам Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не гнушается иногда покупать какую-то недвижимость своему топ-менеджменту, что иногда вот просачивается в новостях, вы можете поискать в различных новостях об этом. О неэффективности еще один момент, который я хотел бы рассказать напоследок. Это открытые данные одной из крупнейших, а в скором времени это будет крупнейшая страховая компания в Российской Федерации. Это данные о количестве обращений граждан, о количестве жалоб. По данным этой компании, в ее штате находится 3000 специалистов, 3000 экспертов, являющихся врачами, являющихся юристами, экономистами, которые, собственно, производят разбор жалоб. И за прошлый год было проведено примерно 2,7 миллиона обращений, собственно, из которых было 4700 жалоб. То есть
3000 человек в течение года занималось разбором 2,7 миллионов обращений. Но попрошу отметить, что из этих обращений наверняка было очень много, как получить полис, где его получить, собственно, за получением, за заменой полиса, за восстановлением потерянного полиса. А жалоб было 4700. Соответственно, 3000 экспертов разбирали 2 миллиона 700 тысяч обращений, даже если этим занимались не просто сотрудники, а только эксперты. Эффективность такой работы составляет примерно 75 обращений в месяц или примерно 4 обращения в один рабочий день. Но это если все делали эксперты. А я сомневаюсь, что эксперты занимались именно простыми обращениями, они скорее занимались жалобами. Жалоб было 4700, из них 55% обоснованных. То есть половина жалоб было необоснованных. Таким образом, можно сказать, что 3000 экспертов оценивали 4700 жалоб граждан, ваших жалоб, из которых только 2500 были обоснованными. То есть один специалист в течение года рассмотрел одну обоснованную жалобу. Тогда как врач, средний поликлинический работник, может взять меня в частности, проводит примерно 20, точнее даже не примерно, а минимум 20 консультаций на первичном приеме в поликлинике. Существуют цифры и больше, я не хочу о них говорить, потому что мне становится грустно. Я знаю врачи, которые принимают и 40 пациентов за сутки, и 50, иногда даже и больше. Но вот я, допустим, принимаю, у меня норма нагрузки 20 пациентов за день. Соответственно, я принимаю за один только день 20 пациентов. А эксперты этой страховой компании за год рассматривают одну обоснованную жалобу. Ну, собственно, о какой эффективности может быть речь. Спасибо большое за внимание, спасибо большое, что смотрите меня. Я прошу распространить данное видео. Я думаю, понимание данной проблемы – это тоже маленький шажок к улучшению ситуации, возможно, здравоохранения, а возможно и нет. Я прошу прокомментировать эту видеозапись, если вы с чем-то не согласны. Если вы с чем-то согласны, подписывайтесь на мой канал. И спасибо за внимание.